И, как видим, наша анимация не кликабельная, то есть наш баг сработал. Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу о новом баге ВКонтакте, с помощью которого вы сможете сделать любую анимацию некликабельной. Итак, для этого вам необходимо сделать следующее. Переходим в поиск, пишем GIF анимации, далее в картинке и выбираем любую анимацию, которая нравится. Я выбираю вот эту, далее нажимаем в полном размере, правой клавишей мышки нажимаю на картинку и нажимаю сохранить картинку как. И здесь внимание, выбираем тип файла все файлы и в конце названия нашей картинки дописываем следующее .png. Далее нажимаем сохранить. Теперь переходим на нашу страницу, нажимаем документы, добавить документ и выбираем нашу анимацию. Нажимаем открыть, сохраняем. И сейчас попробуем оставить эту анимацию в комментариях. Нажимаем комментировать, документ, выбираем прикрепить и нажимаем отправить. И как видим, наша анимация не кликабельная, то есть наш баг сработал. Итак, сейчас еще раз попробуем с другой это проделать, с другой анимацией. Выбираем, допустим, вот эту в полном размере, нажимаем сохранить как, дописываем .png, все файлы сохранить и снова сейчас, допустим, оставим запись, точнее комментарий другой записи, например, на моей группе. Снова нажимаем документ, загрузить новый файл и выбираем нашу другую анимацию. Нажимаем отправить. И снова видим, что наша анимация не кликабельная. На самом деле не все анимации можно сделать не кликабельными. Есть исключения. Сейчас я попробую выбрать какую-то анимацию, которая, ну, допустим, вот эта, которая будет у нас нажиматься. Нажимаем сохранить как. Все файлы. PNG. Сохраняем. И опять попробуем прокомментировать. Нажимаем документ, загрузить новый файл, выбираем нашу анимацию и нажимаем отправить. И как видим, наша анимация другая, кликабельная. То есть с этой анимацией наш баг не работает. То есть вам нужно будет выбирать. Все, всем спасибо за просмотр. Буду благодарен, если вы лайкните это видео, также нажмете подписаться и вот эту кнопочку и оставите здесь галочку, с помощью которого вы сможете быть в курсе всегда всех новых видео. Также вы сможете увидеть еще много различных секретов и багов для ВКонтакта, перейдя по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Всем пока!